Во Вриндаване два русских дома. Один большой русский дом, который находится рядом с Кришна Баларам. А это второй русский дом, который называется русский дом на Ямуне. Или Гопаладхам, так называемый. Ну, это все исконовские, да? Все исконовские, да, это исконовские. Они как ашрамы, потому что там проводятся богослужения, и там постоянно живут люди. Можно сказать, что это какая-то форма ашрама, но там также можно остановиться, если есть там свободные места и управляющие позволят остановиться. Поэтому идем туда. Он находится на берегу Ямуны. Получается, русская община в Индии нормально, а и конкретно во Вриндаване их нормально получается, правильно? Достаточно людей, достаточно. Мне сложно сказать, сколько их на самом деле, но постоянно живущих, я думаю, не меньше тысячи, наверное. Ну, полтысячи, да, точно, потому что русский дом номер один имеет 7 этажей. На каждом этаже находится в среднем, ну, там, 20-30 квартир в среднем, в зависимости от... Да, там очень большой дом. И в квартире живет не всегда один человек, а живет там 2-3, допустим, трехкомнатная квартира, можно взять на троих, на четверых. То есть там ограничений нет, лишь бы вас это устраивало. Да, даже напрягало и устраивало. И это только в русском доме, сколько живет еще отдельно, и сколько еще живет в Омаксе, это, ну, скажем так, подсчет, да, это подсчитать достаточно сложно. Ну, в моем понимании, по ощущению и по тому, сколько людей приходит в храм, но они опять же не все приходят. То есть иногда ты пришел, не увидел. Я думаю, ну, примерно. Короче, здесь нормально. Достаточно... Русских. Ну, русских снова же понимаю. Белорусы, украинцы. Это все русскоязычные, все, да. То есть, все СНГ. Да. Все русскоязычные, мы называем их русскими, потому что объединяет русский язык. Поэтому. Да, много-много во Вриндаване. Русские, ну, везде. Также. И также много русских живет недалеко от Вриндавана на Радхакунде, куда мы тоже поедем. Там находится холм Говардхан. Мы тоже будем совершать парикраму вокруг Говардхана. И там, там одни ашрамы. Там около 20 километров одних ашрамов. Парикрама, она достаточно большая. Мы начнем утром и, дай бог, закончить ее к вечеру. И вот мы будем идти, вы увидите, там очень мало простых жителей. Там либо гостиницы, либо монастыри. И все, да? Да, значит, там такая местность. Ну, хорошо. Так что русские есть везде. Русские есть везде. Ну, наша Индия. Чир, гоп. Да. Ну, ага. Этимология слова. Вот, видишь, тоже. Ну, вот, ты мне вчера сказала, я ночью проснулся, ну, черный гоп, ну, говинда. А Кришна реально черный. Вот и поди в русском языке найди этимологию. Я когда увидел, что Мосхала — это река Гуджарати, а Хевке переход, Москва. Вот на русском языке что Москва значит? Непонятно. Вот, ну, я сколько... Нету такой привязки, ну, конкретно. Нету, да. Вот это русский дом. Как живут русские.
здесь сегодня, на реке Ямуни, там, где мы пьем чай, масалу, сегодня ждет меня бурундучок. Вчера была коровка, сегодня это милое создание. В общем, я разбулась. Не знаю, почему-то по ощущениям, наверное, уже надо было. Сложила тапочки в сумку и решила попробовать босиком. Вот она, вся суть Вриндаваны. То есть в какой момент? Вчера целый день возился с Google Maps, чтобы отметить маршрут парикрама. То есть показать, чтобы людям было понятно, где мы ходим. Тебе было понятно, куда, где обходить. Ломал голову, приложение, интернет, что, как, не получалось. Вот сейчас вот с Андреем здесь остановились буквально. Говорит, что за бумага вот так вот лежит? Поднял, дай-ка гляну. Потихонечку открываем, открываем, открываем. На, вот тебе. Именно отмечена дорога, это парикрама. Ход вот этот, вот он отмечен. Это специально для паломников карта. Где ходить, что ходить и зачем ходить. Так что вот она Вриндавана и вот ее чудеса. Что, ребята? Я разбулась, наверное, около 40 минут назад. Ребята на меня посматривали, говорили осторожно. Не знаю, там грязно, дорога, все дела. И после храма Шивы. Ощущения даже другие без тапочек, то есть идет лучше заземление и прям, ну я не знаю, приятные ощущения многие, как бы неважно какая дорога, песок здесь, там не знаю, все что угодно может лежать, но по ощущениям это вау. Ребята, о, отлично, отлично. Ну вот это вот резина, это не просто так резину ввели, чтобы вот это получается есть. Его используют в электричестве, эту резину. Диэлектрик, да, изолятор. Чтобы изоляция была. То есть где-то здесь человек, получается, отключается от этой энергии тьмы. Так что это тоже хитрая такая замута, которую нам внедрили. Ну вот мы решили избавиться еще на таком пути. Надо по полной ощущать всю энергетику. Соответствовать старым канонам, да. По максимуму. Да, старые, говорят, они знали, почему это так. Это мы здесь, а-ля, мараться не хотели. Ну вот, Алена сподвигла нас, да? Да-да. Побыстрее, да. Чтобы. Женщины все время нас подвигают на подвиги. Будем шариться теперь так. Мало того, что сподвигла, я в первую очередь своим примером показала. Никого не заставляла, просто сама сняла. И шла, а ребята потом присоединились. Что женщина двигатель прогресса. Так что вот так вот, мой друг. Не бойся ходить босиком. Земля наша, мать родная. Она передает нам очень много чего через наши стопы. Всего доброго. Чили. Грин чили. Грин чили. Смертельный номер. We'll capture you. Oh, все? Oh my god. This is very spicy. Huh? Throw it away. Нормально, да? Да? Все хорошо? Может быть, подбог? Подожди, да. Да нормально. Нормально? Уже привыкший?
все. Какой-то сегодня просад. Третий пошли. Два завтрака, обед всего лишь третий. Можно еще. Вчера было пять. Да, еще не сегодня. Еще не сильно. Сейчас мы развернем. Попробуем. Шоколадная мороженка. Бумажули еле отодрала. Наша вкуснее. Да. Наша вкуснее. Вот что поделать. Чего? Я говорю, наша вкуснее. Мороженое? Да.